15-летний школьник разъезжал по Красноярску на машине с мигалкой. Малолетнего водителя инспекторы заметили на улице Березина. Полицейские зарегистрировали целый букет нарушений. Рассекал по городу подростков в компании сверстников. Понятно, что никакой полиса ОСАГО у них тоже не было. Ну а сама легковушка была вся в тонировке, включая лобовое стекло. Мама мальчика, которая приехала на место, понятия не имела, что ее сын взял автомобиль покататься. Теперь родителям несовершеннолетнего гонщика придется заплатить штраф.